и прихаянная рождественская елка, ну, скажем так, такого масштаба, такого плана, такого уровня. Здесь, в центральном зале, собралось более 1000 детей и родителей. И надо сказать, что здесь не только дети из воскресных школ, но и из различных социальных учреждений нашего города, из детских домов. И я очень рад, что мы все вместе чувствуем не только близость Христового Рождества, радость этого праздника, но и радость общения друг с другом, близость плеча, то, что дети могут пообщаться, познакомиться друг с другом, почувствовать вот единство общей семьи, в которой мы с вами все живем. Я очень надеюсь, что радость праздника будет простираться не только в сегодняшний день, но и на долгие-долгие годы жизни всех его участников. А залог этой радости то, что мы будем дарить добро и радость друг другу. Вот. И всем желаю помощи Божией и благословения родившегося Бога Младенца Христа. Наш хор уже существует более 20 лет. Он начинался как обычный любительский коллектив, но вскоре мы переросли этот уровень. И сейчас в нашем хоре более 40 человек. В течение уже нескольких лет при хоре работает школа клиросного искусства, где мы ждем всех желающих работать в Господеве. Во славу Божию учим всех. Наш хор – это прекрасная возможность послужить Богу, обрести друзей, научиться терпению, любви и прочим христианским добродетелям. И заодно обрести радость прославления Бога на нашем клиросе. Наш хор в основном это богослужебный коллектив. Мы редко принимаем участие в подобного рода мероприятиях, как сегодня. Для нас большая честь была приглашением на сегодняшнюю архиерейскую елку. Мы благодарим владыку Феодора за оказанное доверие, отца Вячеслава Жебелева, настоятеля Казанского кафедрального собора, за это приглашение. Будем надеяться, что сегодняшний день положил начало долгому сотрудничеству нас и устроителей таких праздников. Наш репертуар – это в основном песнопение обихода московской традиции, в том числе обработки древних напевов, как современных авторов, так и давно ушедших. Мы любим, очень любим композиторов нового направления, Кастальского, Чеснокова, но в то же время и обиходные песнопения, монастырские подобные, также имеют место в нашем обиходе. Наш коллектив – это очень разные люди. Он объединяет в себе и врачей, и педагогов. И большинство его составляют не музыканты, а люди самых различных профессий. Мы хотели бы пригласить каждого, кто сейчас нас слышит, к нам на клирос, потому что наш хор – это в основном любительский коллектив. Соответственно, мы планируем открыть также и второй хор, если Бог даст, и живы будем, возродить традицию пения антифонного на два клироса. Поэтому ждем вас, все желающие, пожалуйста, приходите на прослушивание. Наш телефон и наши контакты есть на сайте нашего храма и также на сайте нашего хора clirosnynarod.ru. Будем вас ждать. С Рождеством вас Христовым! Thank you.
Дорогие братья и сестры, в эти светлые, святые дни мы с вами прославляем все вместе прошедшего нашего ради спасения Господа Иисуса Христа. Рождество Христово воистину семейный праздник. Мы видим с вами Вифлеемские пещеры, святое семейство, Деву Марию, Иосифа Обручника и Бога Младенца Иисуса. И мы с вами подобно большой семье собрались здесь, чтобы прославить все великие события рождения в мир Сына Божьего. Мы видим, что ангелы являются первыми благовестниками, возвещая пастухам удивительные слова: «Слава Вышнему Богу и на земле мир, среди людей благоволение». Несть родился вам Спас, и же есть Христос Господь. Так возвещают нам небожители. И мы, подобно простым пастухам, с трепетом сердечным, проникаем к Вифлеемским яслям, чтобы увидеть благодать воссиявшего духовного солнца правды Иисуса Христа. Мы видим, как спешат в пещере мудрецы, волхвы с востока, несут ему драгоценные подарки, золото, и ладан, и смирну. Но нам с вами нет сегодня надобности совершать путешествие вместе с ними в далекий и древний Вифлеем, потому что сердце каждого из нас ныне становится яслями, в которых возлег Господь наш Иисус Христос. И мы приносим Ему в дар не золото, не надо, не смирно, но добрые дела, молитву, смирение, послушание, терпение, кротость, веру и любовь. Пусть сегодняшний день будет благословением для каждого из нас, который дарует всем вам, вашим семьям мир, любовь и радость. И мне бы хотелось пожелать, чтобы эта радость не только жила и умножалась в наших сердцах, но и переходила от сердца к сердцу, чтобы мы учились радовать не только себя, а в первую очередь друг друга. Вот и мы очень хотели вас сегодня порадовать, поэтому и наши дети, и наши взрослые для вас подготовили небольшой такой сегодня рождественский концерт и спектакль. Вы не судите строго, а поддержите нас, чтобы мы все вместе были в радости и в любви. С праздником!